И всем привет! С вами я, Александр Сучков. И сегодня я бы хотел вам поиграть с вами в игру под названием «Соседушка» или «Hello, Birthday Boy». Может, это не так как-то сказал, но суть понятна. В общем, у меня слетела программа, которую я снимал видео, поэтому я снимаю теперь с другой программой, которая не так вот, ну, не так уж и крутая, как была та. Но все равно, если это видео работает, то значит все нормально. Так, вот, например, вы установили эту игру и захотели в нее поиграть. Ну, сразу говорю, что игра хоррор, хотя там все мультяшное. Итак, вы ее установили и зашли. Например, вот такое меню, как у меня. Что для этого надо сделать? Нажимаете теперь Settings. Здесь ставите Quality. Здесь ставим Medium. Ну, если... смотря какой у вас компьютер. Там еще в игре в самой недоделанная часть. То есть, если вы поставите там другую что-нибудь там, не знаю, low, это для самых таких низких ПК. Medium это самый нормальный, средний, потому что другие не... Hide и Epic, они не проделаны еще. Так что ставим Medium, если у вас, ну, можно сказать, крутой комп, но все равно ставьте Medium, потому что остальные режимы не работают, только low и Medium. Дальше. Так, с этим мы разобрались. Дальше переходим к Resolution. Это у нас наш экран. Размер нашего экрана ставите по свой. То есть меняете и делаете. В общем. Full screen это полный экран. Ну, если у вас там будет слетать игра, когда вы там будете там проходить, то нужно поставить off, как и стоит у меня, чтобы снимать видео там или что-то другое. Если вы хотите, например, у вас ничего там не будет, ни багов не будет, лагов не будет, вылетать игра, глюч там, не знаю, ошибок не будет, то ставьте on. Это значит включен полный экран, и у вас будет игра просто в полном окне. Но если у вас будут глюки, то ставьте off. Так, все, мы с этим разобрались. Так, теперь у нас осталось new game. Итак, начинаем. Так, он приезжает, наш главный герой. Так как версия этой игры альфа, первая, так что не говорите то, что там, типа, что такая за демка, бета-версия, что ли, или что-то такое. Нет, это альфа-версия. Игра выйдет только в 2017 году. Летом 2017 года выйдет эта игра. В общем, все, у нас есть задание, и тут есть у нас блокнот такой. Turn off electric. Это значит, смотрите, что мы делаем. Значит, мы электричество должны включить. Нажимаем на E, так отходим и нажимаем E. Вот так вот, чтобы было. Видите точку в центре экрана? Это ваш, ну как, прицел ваш, которым вы будете работать. Так, у нас уже здесь зачеркнулось. Так. Check inside. Это чек. Чекать это брать и переносить. Как у нас это? Move stuff inside. И take a nap. Это, как я знаю из других игр, это значит спать, ложиться. Ну, хотя, может, здесь по-другому, я не знаю. По-разному бывает. Так, все. Видите, у меня глюк, смотрите. У меня ключ через дверь проходит. Видите? Вот он. Смотрите. Открываем. ЛКМ, кнопка АПКМ бросать. Открываем теперь дверь, буква Е. Так, теперь берем, заходим в комнату и открываем первый ящик. Это, ну, не обязательно, но чтобы, блин, ну, чтобы не потерять вещи, в общем. Все-таки советую вам это сделать. Так, ищем этот ключ, вот он, наш ключ. Так, у нас есть кровать здесь. Короче, мы сейчас просто, кто еще не понял, мы просто раскладываем сейчас вещи, а потом уже начнется сама игра. Так. Сейчас мы вообще все сейчас обработаем здесь. Все сделаем. Так. Ну давай-ка, блин, почему он не работает-то?
Видите, не кладется. Хотя должен. О, все. Закрываем. Буковка Е. То есть F это не бросить, а открыть. Точнее взять. Еще открывать Е кнопку. Ну, вы разберетесь. Нажимаем F и мы берем. Так. И открываем наш опять первый ящик, в котором мы кладем ПКМом просто. Нажимаем ПКМ, и у вас бросается эта вещь. Если вы хотите ее кинуть в кого-нибудь, типа в соседа, это зажмите, точнее, короче, нажмите на кнопку ПКМ, это правая кнопка мыши, кто не знает, левая кнопка мыши это левая кнопка мыши, а правая кнопка мыши это правая кнопка мыши. ПКМ, точнее, ЛКМ, ПКМ, все понятно. Так, берем наши коробки. Тут 4 слота, кто не знает. Давайте возьмем коробки. Так. И давайте их расставим здесь. Ставим одну здесь. Немного не так, ну ладно, давайте подвинем ее. Как бы это не самое главное. Так, вот так вот можно раскидать их, если вы хотите. Ну, в общем, как хотите, так и разбрасывайте. Мне все равно. Так, ну главное, чтобы это все не мешалось вам при прохождении игры. Так, может ее как-нибудь забить, наверное, нет? Давайте так поставим. Ну, чтобы типа там что-то такое. Типа этот мужик въехал в какой-то дом, я не знаю. Тут, конечно, недоделанное кое-что. Ну, ладно. Как бы это не так уж видно, что кривой пол. Ну, ладно. Так, что у нас там дальше? Как вы видели в начале ролика, за нами следит сосед. Так, мне немного подключится игра даже так. Ну, ладно. Так, берем нашу на кнопку F бинокль. И мы его кидаем во второй ящик. Это не обязательно, можете разбрасывать все по дому, смотря как вы вообще будете играть. Так, дальше выходите опять на улицу, берете, так, берем магнитофон, точнее нет, это радио, извиняюсь. Так, ставим его сюда. Ну то есть я делаю так, как вообще мне нравится. Вы можете сделать все, короче, раскидать по комнате просто и все. Как бы это не самое главное. Так, это я поставлю вот сюда. Так, вот так вот. Пусть стоит, ладно. Как бы она мне сейчас не нужна. Так. И теперь нам нужен мяч. Так, берем мяч, тоже его куда-нибудь скидываем. Мяч вообще, по идее, должен быть там. Вообще, вы можете сделать как захотите. Офигенная здесь, конечно, физика, ну ладно. Так. Что у нас осталось? Это бинокль и стул. Берем бинокль. Его можно включать. Ой, я его случайно кинул. Ну, суть ясна, как кидать. Вот так. ЛКМ. Нажимайте и пользуйтесь. Так. Также можно делать с биноклем. Ну, пока что мы... Короче, совсем можно взаимодействовать. Так, ставим его сюда. Блин. Откинуло случайно. Ну, ладно. Так. Я не понял, куда. Упало это все, ну ладно. Он нам не пригодится, как бы, в нашем прохождении. Хотя, если вам нужно, чтобы ночью ходить, вы можете, блин. Ну, хрен, короче, с ним, с этим ключом я его по шкаф кину. Так. Нам остался только наш стул. Стул вы можете, я конечно, не знаю, но на нем вроде можно сидеть. Я точно об этом не знаю, но нет. Не знаю, в общем. Так. Ставим его сюда. Да уж, что это такое? Блин. Короче, блин. Так, да как так-то? Да что ж такое? Такие тоже глюки бывают. Ладно. Давайте придумаем что-нибудь другое. Давайте просто его бросим куда-нибудь. Короче, на нем можно сидеть. В альфа-версии это недоступно, но... Блин. Но на нем, короче, можно сидеть. Также им можно выбивать окна. Смотрите, вот так. Берете, нажимаете на ПКМ и отпускаете. Нет, чуть не так. Ну ладно. Сейчас я вам по-другому покажу. Так, немного лагает игра, ну ладно. Как бы это не самое главное сейчас.
Так, у нас здесь газонокосилка. Кстати, ребят, если вы не заметили, то что здесь двухэтажный дом, ребят. А нам доступ есть только к одному этажу. Значит, в будущих версиях у нас будет здесь дверь, еще одна вот здесь где-то. Или ее можно будет сломать? Нет, в альфа-версии нет. И на второй этаж будет лестница. То есть, понятно, не зря же сделали как-то здесь так. Так, ну, на заднем дворе ничего нету. Да, вот тут вот такую пристройка есть. Пристройка — это и есть наша комната, в которой мы здесь живем. То есть, дом должен офигенно какой-нибудь огромный. Ну, типа, как у него. Так, дальше. Например, вы хотите выбить окно этим стулом. Берете, нажимаете ПКМ, держите и отпускаете. И вот стекло разбивается. Если вы не верите, можно еще раз сделать. То есть, видим то, что уже другое. Вот, еще можно разбить стекло, если вам так интересно. То есть, это не фейк, можно так сделать. Игра очень офигенно сделана. Можно разбивать окно чем захотите. А вот здесь, я, конечно, не пробовал, но нет, тут не стекло. Там какое-то, я не знаю. А, не, можно. Можно, ребят. Интересно, что будет, если я его туда закину? Если там есть стекло, то оно должно как-то туда влазить, я не знаю. В общем, там комната должна быть. Кто еще не понял. Ладно. Даже туда можно докинуть, если хотите. В общем, стул у вас может полетать реально. И поразбивать окна. Да, не бьются окна, но как бы, если постараться, можно разбить окно. Давайте последний бросок сделаем. Да, ничего не получилось. Давайте стул тогда, я не знаю, где оставим. Давайте где-нибудь здесь все-таки. Ну, в общем, игра понятна. Да, блин. Похрен, пусть здесь валяется. Также можно закрывать двери, если вам так нужно это. Ни один из ютуберов, который снимал про эту игру, не покажет ничего такого. Нажимай на Е, закрывается дверь. Так. Вот такие вот лаги есть, которые можно проходить через дверь. Вот так вот. И у нас нет тени, кто не заметил. То есть, как бы мы ни ходили, тени у нас нету. Даже можно через дом, наверное, будет ходить. Тут, короче, должна быть дверь. Да, закрываемся. Блин. Так, мячик нам не нужен. Зачем он сделан? Я не знаю. Возможно, что-то там будет еще. Какая-то миссия. Так, закроем дверь. Все. Можно включить радио, если хотите. На ЛКМ. Странно, что-то у меня не работает. Ну, как бы, ладно. На Е нажимать. Вот. То есть, это не фейк. Вот. Это я включаю радио. В общем, там ничего интересного. Есть телефон. Нажимаете на F и нажимаете ЛКМ. Но как бы мы никому не звонили, так как это альфа-версия, мы ни до кого не сможем дозвониться. Это уже как-то понятно. Через стену тоже он пролетает немного, телефончик. Это видно. То есть, он может быть через стену. Вот. Вот так даже можно. То есть, он уже в той комнате как-то. Вот так вот. Это не фейк. Только посмотрите. А кому мы звоним-то? Надеюсь, не соседу? Ладно. Так, все, мы положили телефон. Можно его, конечно, кинуть, но как хотите. Так. Также здесь можно выключать свет. Это вот таким образом. Так, вот так вот. Также и здесь. Также здесь есть вот этот рубильник. Его тоже можно выключать, и выключается свет, в общем. Да, это видно. В общем, ладно, это понятно. Давайте закроем дверь. Она мне сейчас не нужна. В общем, дофигища хотят разработчики добавить... Дополнение есть, специальные патчи уже приготовлены. В общем, ждите игру. Она позже выйдет, будет очень круто. Нажимаем на E.
и мы спим. И все, мы видим то, что сосед у нас что-то начинает делать. Так, видим то, что сосед у нас куда-то зашел, и вылетает колесо из двери. Так. Сосед выходит, закрывает дверь и идет. Хотя можно посмотреть в бинокль, то что там он забил уже двери. Хотя, я не знаю. Кстати, здесь какие-то буквы. Не заметил. Вот, то есть они. Так. На F нажимаем. Мы также можем запереть дом, если хотите. Такой маленький стримчик получится. Ну ладно. Так как я стримы не могу снимать, потому что у меня жалобы на аккаунте. Смотрите, берете вот так, открываете двери. И можно поставить замок. Вот так вот. Смотрите. Блин. Не так, ну ладно. Вот так вот берете. Так. Вот так вот можно сделать. Странно, у меня что-то не ставится, но можно как-то было сделать. Нет. Что-то не получается, ребята. Нет. Не выходит что-то. Хотя должно. На дверь должен вешаться замок. Так. Подождите, может вот так? Я не знаю, возможно не так. Мы можем закрыть эту штуку. В общем, я не знаю. Побежали к нашему соседушке. Ох, ни хрена. Что у нас происходит-то? Так. Так. Блин. Не, ребят, я что-то испугался, потому что это все-таки игра хоррор. Давайте зайдем вот это лучше положим опять туда. Можно здесь перемещаться между нашими выборами. Берем это, кладем туда. Берем теперь вот это вот наше тоже, кладем сюда. Вот это можно опять кинуть сюда. В общем, берите как хотите. Ну, можно все это закрыть, так как у меня немного лагает игра, но это из-за съемки самой. Так, то есть не жалуйтесь, то что съемка не такая, как надо. Так, все, мы все сделали. Идем теперь туда. Тихо подходим. То есть мы можем даже перетащить вещи соседа к себе на дом. Все так вот. Берете косилку, и теперь у вас две косилки. Так. Как ее бросить-то? Вот так, да. И, в общем, у вас появляется ваша косилка. Хотя я не знаю, куда она пропала. Но суть ясна. То, что можно переносить все вещи к себе. Например, вот. Такая вот обычная. Помойка, ее можно кидать. Во всех. Можно набрать мусорных ведер. Так, мы набрали вот два мусорных ведра. То есть мы можем что-то строить, даже что-то пытаться что-то сделать. Ну, в общем, веселитесь, ребят. Так, даже вот смотрите, мы закинули в мусорку наш мешок. То есть берете мусор. Сейчас. А, не, ладно. Так. Окей. Подходите теперь сюда. Забираете. Вот. Тут только 4 доступные инвентаря. Но это только альфа-версия. На самом деле должно быть еще дофигища всех штук. Так, все, мы это скидываем. Это должно закрываться, но почему-то еще нет, не сделали. Так. Так как разработчики сейчас разрабатывают только, ну, меню, чтобы было. Потому что там сохранение должны добавить, там что-то еще, чтобы мы ходили еще по домам во всем. Тут дофигенный город, конечно, сделан. Но, ребят, это всего лишь альфа-версия, поэтому зайти никуда мы не сможем. То есть вот так мы можем там прогуляться докуда-то.
Хотя, да, дофиги еще мы пробежали. Ну ладно. Там тоже есть дома, куда-то можно доходить, добегать. Туда мы не можем пойти, потому что там хрен знает что. Так, сюда мы... Ох, нифига, это вагонетка. Там кто-то ходит, точнее. Сюда мы можем пробежать. Там точнее кто-то ходит, бегает. Мне так кажется. То есть мы можем походить здесь, повеселиться, в общем, ребят, если вам это нужно, веселитесь, здесь тоже можно пройтись, а здесь, вон там есть такой дом, но он почему-то очень далеко, видимо, наш дом, это вот еще предпоследний есть, у которого есть еще одна, мы можем ее как-то сделать так, чтобы она работала, взять ее в руки. Нет, что-то взять мы ее не можем. А, вот взяли мы. И то есть мы ее можем... Что? А, не, не можем. У нас лагает все. Ну, суть как бы понятно, ребят. Что мы будем делать? Можно дойти к соседям домой, если так хотите. Вот зайти можно на ихнюю территорию, вот. И можно прибежать. Посмотреть, что там находится, то есть... Вообще должен открываться еще тот дом, но это альфа-версия, ребят. В альфа-версии нам ничего не дают особого делать. Так, ну что, мы идем к соседу, ребят. Так. Так как у меня игра лагает, я не смогу от него не убегать, ничего, но... Наверное, главную мысль я сделаю. Проверю, что у него в ящиках. Так. Так. Здесь это мы ходим. Так. В ящике ничего. С выключателями баловаться я не буду. Шляпа упала. Такая музыка началась вообще. Страшная. Блин, блин. Молотки есть. Вот. Блин. Надо бегать. Вот сейчас он тоже точно нас поймает, блин. Блин, вашу ж мать. Я убежать не могу. Это не шутки, ребят. А, все. Убегаем нафиг отсюда. В общем, вот такая вот игра сосед, ребят. Кстати, мы не увидели соседа, но его можно увидеть. Давайте все-таки до него дойдемся. Так, здесь акула у нас. И какой-то океан. Вот так вот можем сделать. Ой, ну ладно. Вот мы у этого, вот сосед наш. Можем его увидеть. Вот наш сосед. Мы можем спрятаться или в шкаф, или вот сюда, под кровать. И он будет, короче, нас искать. Короче, прячемся и все. То есть, вот мы увидели соседа, но если вы его еще не увидели, то можно сейчас его еще раз, там, не знаю, достать его, короче. Это игра, пародия на игру «Достать соседа». Поэтому, ребят, если она вам нравится, заходите. Так, заходим к нему домой. Так, откроем дверку еще одну. О, вот он, ребят. Сейчас вы его увидите. Так. Так, здесь он нас не догонит. Я потому что знаю. Так, в общем, ребят, вот он, наш сосед. Ох, нифига. Ну да, все понятно. В общем, ребят, вот так вот... Мы поиграли. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Ребят, добавляйтесь ко мне ВКонтакте. ID 53-55-44-63. Если вы хотите эту игру себе, то просто пишите мне тоже ВКонтакте, я вам ее скину бесплатно. В общем, если вам интересна эта игра, то реально попытайтесь ее найти. В общем, всем удачи и всем пока!